Территория Азия у нас приведение в порядок в этом комплексном проекте, да? Вот, формирование там сквера или что-то, да, зона отдыха. Сквер, однако, ну, да, мини-сквер, дорожка, брусчатка, лавочка. Дорожка, брусчатка, лавочка. Ну, вот. Суббота-воскресенье уже никогда никто не работал, но сейчас суббота-воскресенье все подрядчики по городу работают. И вполне реально нет ничего невыполнимого. Нет там никаких сложностей, ничего там грандиозного. Бафы, архитектурные формы, уровни, скамейки, качели уже на предприятиях изготовителей взяты в работу, уже делаются. Нам их с тобой потом привезти, только поставить на готовую уже площадку. Сейчас самое главное, что нам сделать в Сибири? Заасфальтировать, пока нас дожди не заколупали. Брусчатку можем ложить, их дождь, не проблема. Самое главное, асфальт вовремя положить.